بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы продолжаем изучение того благословенного послания шейха Мухаммада ибн аль-Вахаба Тамими рахималлаху тааля Саласат аль-Усул. Второй столб имана – это вера в ангелов. Аль-иман биль-малаика. Аль-малаика – единственное число малек. Что такое множественное число аль-малаика? Что значит вера в ангелов? Это вера, внимательно, в существование скрытого мира, аль-алям аль-гайби, скрытого мира ангелов. Так, когда мы говорим «верю в ангелов», это значит, ты веришь в существование скрытого мира ангелов, которые созданы Аллахом Субхана ва Тааля из света, которые подчиняются Аллаху Субхана ва Тааля беспрекословно и никогда его не ослушиваются, которые поклоняются Аллаху, но им самим нельзя поклоняться. Они имеют ангелы, дух, рух. Они имеют тело, плоть. Они имеют акль, разум. Они имеют сердце. Ангелы имеют дух. Они имеют тело. Они имеют акль, разум. Они имеют сердце. Где доказательство, что ангелы имеют дух, рух? Аллах Субхану ва Тааля как называет Джибриля в Коране? Как именуется Джибриль? Рух, дух. Рух аль-Кудус, то есть Святой Дух. Святой Дух, то есть ангелы имеют дух. Это доказательство. Ангелы имеют, мы сказали дальше, что? Тело. Тела. Где доказательство? Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Альхамду лиллахи фатир ас-самавати валь-ард, джаили аль-малаикати ули аджнихати масна ва суляса ва руба'». Вся хвала, все хвалы достоин Аллах, Творец небес и земли, который создал ангелов посланниками, обладающими крыльями двойными, тройными, четверными. Обладающими крыльями двойными, тройными, четверными. На что это указывает? Указывает на то, что ангелы имеют тело, имеют тела, свое строение. Пророк, алейхиссалату вассалям, видел Джибриля, алейхиссалам, в его естественном виде, в его естественном облике, в том облике, в котором сотворен Джибриль, когда он закрывал, и у него было 600 крыльев, которые закрывали небосвод, могущественный ангел. Так ангелы имеют тела. Дальше что имеют ангелы? Они имеют разум, они имеют сердца. Где доказательства? Доказательства в Коране. «Хатта иза фуззи ан кулубихим, калу маза калу раббукум, калу л-хакка, ва хуа л-алию л-кабир». А когда испуг покидает их, то есть ангелов, сердца, Аллах говорит. Аллах Субхану ва Тааля, Он произносит откровение. Аллах Субхану ва Тааля, который над небесами. Он произносит откровение, вахи. И когда Аллах говорит, то тогда ангелы, что происходит с ними? Они лишаются чувств. Они лишаются чувств, овладевают небесами, содрогаются небеса, овладевают дрожь небесами, содрогаются все небеса, и ангелы, они падают без чувств. И Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хатта иза фуззи ан кулубихим». А когда страх покидает их сердца, сердца, что это доказывает? Что у ангелов есть сердца. Они говорят: «Маза каля раббукум», что сказал ваш Господь? И отвечают им ангелы, отвечают Джибри: «Калю л-хакка», он сказал истину. «Ва хуа л-алию л-кабир», и он возвышенный, великий. Смотрите, ангелов спрашивают, и они отвечают. На что это указывает? На то, что они обладают разумом. Те, которые говорят, у ангелов нет разума, у них у самих нет разума. Есть такие, которые говорят, у ангелов нет разума. Это доказательство, что у них у самих нет разума. Далее, мы верим в ангелов, во всех ангелов в общем. В общем, верим во всех ангелов, это важно. И мы верим в отдельных ангелов, мы верим в то, что сообщил нам Аллах Субхану ва Тааля о именах ангелов, о качествах ангелов, о действиях ангелов и во все сообщения, в которых рассказывается об ангелах.
Итак, мы верим в ангелов в общем, и мы верим теперь что? В частности, в какие имена? То, что сообщил нам Аллах Субхану ва Тааля об именах, раз. Второе, в качествах ангелов. Третье, в действиях ангелов. Четвертое, ахбар. То есть, сообщения, какие есть, приводятся о ангелах. Что произошло с ангелами, какие были истории, там, история ангелов и Адама, алейхиссалям, и так далее. Во все мы это верим. Иначе говоря, мы верим в ангелов в общем и верим теперь поименно. Поименно в тех из них, имена которых сообщил нам Аллах Субхану ва Тааля. Например, мы верим в Джибриля, алейхиссалям, или мы верим в Микаиля, или мы верим в Исрафиля. Азраиль, верим ли мы в Азраиля? Азраиль, верим мы в Азраиля? Нет. Почему? Потому что нет сообщений в Коране и Сунне о том, что ангела смерти зовут Азраиль. Малекуль Моут, ангел смерти. Мы верим, итак, в их имена. В имена тех, которых сообщил нам Аллах Субхану Тааля и Пророк Саллаху Салам. Дальше мы верим в их качества. Качества какие? Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля ясун Аллах нам». Они не ослушиваются Аллаха в том, что Он им приказывает. «Вайфалюна ма юмарун». И делают то, что им повелевается. Это качество, что они что? Узнаем мы качество, верим в это, что они никогда не ослушаются Аллаха Субхану Тааля, делают то, что им приказывается. Дальше, в аяте Сулифатль, который был приведен, сделал ангелов посланцами, обладающими крыльями, двойными, тройными, четверными. Это тоже что? Качество ангелов. Третье, мы верим в совершаемые ими действия, о которых сообщается в Коране и Сунне. Например, есть ангелы, которые держат престол, или арш, носители престола. Есть ангелы, которые, ангел смерти, которые помогают ему. То есть ангелы, которые уполномочены забирать душу человека, людей. Есть ангелы, которые доводят до людей, до пророков, до посланников откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. Джибриль, алейхиссалям. Действия. Дальше. Ангелы есть, которые путешествуют по земле и доводят, доносят до пророка, алейхиссалату вассалям, приветствие его общины. Если человек находится где угодно, на Аляске или в Австралии, и говорит «Аллаху салли ва саллим аля Расули Илляху, Аллах благослови и приветствуй, посланник Аллаха, ангелы, которые путешествуют по земле, доносят эти, это салам, это приветствие до пророка, алейхиссалату вассалям». Это указывает на ошибочность, и другие доводы, на ошибочность, заблуждение, которое распространено очень сильно. Люди говорят тем, которые уезжают в Медину, говорят им, передает мне салям посланнику Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Это ошибка, это заблуждение. Этого нет ни в Коране, ни в Сунне, ни в действиях сахаба, ни в действиях предшественников. Хочешь салям передать пророку, алейхиссалату вассалям, где ты есть, говори салям, и ангелы донесут. Так Аллах Субхану Тааля сделал, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, приветствуйте меня, ибо ваш салям дойдет до меня, где бы вы ни были. Не то, что делают невежды, которые приезжают туда с целым списком к могиле пророка, алейхиссалату вассалям, и начинают говорить, я Расуль Аллах, салям тебе от такого, от такого, от такого, от такого, от такого, от такого, и целый список зачитывают. Уже это джагаль, это невежество. Дальше действие четвертое, во все сообщения, которые касаются ангелов, что сказано в Коране, в Сунне по их поводу, мы также верим. Это вера в ангелов, аль-иман биль-маляика. Дальше, третий столб. Вера в Писание. В чем заключается аль-иман биль-кутуб? Внимательно. Мы верим, что Писания являются словом Аллаха Субхану ва Тааля на самом деле. То есть в буквальном смысле слова. Аллах Субхану ва Тааля произнес сам эти Писания. Он произнес. В буквальном смысле слова Субхану ва Тааля произнес их. Первое. Слово Аллаха в буквальном смысле слова, произнесенное Аллахом Субхану ва Тааля. Далее, мы верим, что Писания не спосланы Аллахом Субхану ва Тааля. Не спосланы, а не сотворены. Внимательно. Не спосланы и не сотворены. Это очень важно. Вы знаете, что муатазилиты времена имама Ахмада начали распространять эти убеждения о том, что и до них джахмиты, что Коран он сотворен, что он творение. И как боролись с этим уляма, имам Ахмад, и сколько пришлось выстрадать имам Ахмаду и другим ученым, защищая правильную акиду, что Коран он не сотворен, что это слово Аллах Субхану Тааля не сотворенное. Говорить, что Коран сотворен, это куфр, это неверие, хорошо, но
Улема, они говорят, что мутазилиты кафиры. Почему? Потому что у них есть препятствующие обстоятельства к такфиру. То есть они так изучили, так доводы, так поняли, ошибочно поняли, да, но это препятствие к такфиру. А вообще само слово, что Коран сотворен, и такое убеждение является чем? Является куфром, является неверием большим. Итак, Писание не спослано, Писание не сотворены. И Аллах, субхану ва тааля, отправляя каждого из посланников к людям, Он не спосылал с ними Писание. Это убеждение чеха Усамина, рахималлаху та'аля, что каждый посланник, ему было дано Писание. Каждый из посланников, из Русуль. Аллах, субхану та'аля, говорит в Коране, сура Аль-Хадид. «Лакад арсальна Русулана бильбайинат, уанзальна ма'ахум аль-китаб». Поистине, мы отправили посланников с ясными знамениями и не спослали с ними Писание. Все Усамин говорит, отправили посланников, не спослали с ними Писание. То есть посланнику каждому дано было Писание. Мы верим внимательно во все писания в общем. Мы верим во все книги, которые не спасал Аллах Субхану ва Тааля. И в частности верим в то, что поведал нам Аллах Субхану ва Тааля относительно каких-то конкретных писаний. Верим в те, которые названы из этих писаний. Названные писания в Коране, в Сунне. Какие писания? Это Сухов Ибрагим, свитки Ибрагима. Сухов Муса, свитки Мусы. Это Таурат, Тора. Это Забур. Это Инджиль, Евангелие. Это Коран. Так мы верим в имена тех писаний, которые названы Аллахом Субхану ва Тааля, названы Пророком алейхиссалям. Мы верим в те сообщения, которые были ниспосланы в этих писаниях. Внимательно. В те сообщения, которые были ниспосланы в этих писаниях. Это значит, что мы верим в те сообщения, которые есть в Коране, во все сообщения Корана. Что касается предшествующих писаний, то мы верим в те сообщения, которые были в этих писаниях. Но сегодня этих писаний в неискаженном виде нет. Что-то в этих писаниях, которые называют иудеи Торой, христиане называют Евангелие, что-то в них осталось от откровения, которое было ниспослано посланникам. Из тех настоящих писаний что-то осталось, но многое искажено и многое добавлено, а что-то, наоборот, убавлено. Поэтому те сообщения, которые там есть в их писаниях, мы как относимся к ним? Мы смотрим. То, что соответствует Корану и Сунне, это мы признаем, в это верим. В сегодняшних, которые у них есть. То, что соответствует Корану и Сунне, мы признаем, верим. То, что противоречит Корану и Сунне, это мы сразу что отвергаем. Мы говорим, что не может быть этого. Это неправда. Это не из Писания Аллаха, не из Торы, не из Евангелия. То, что не противоречит Корану, но и не подтверждается Кораном и Сунной. И не противоречит, и не подтверждается. Здесь наша позиция какая? И не подтверждать, и не опровергать. Все. И не подтверждаешь, и не опровергаешь. Говоришь Аллаху Акбар. Понятно? Что же касается самих писаний, ниспосланных пророком, да, чистых писаний до их искажения, то, конечно же, мы верим во все их сообщения. Итак, верим в имена всех этих писаний, которые сообщаются нам. Верим в их сообщения и верим в те хукмы. Хукмы, то есть установления Аллаха, субхану ва тааля, шариаты Аллаха, которые были в этих писаниях. В Коране и Сунне сообщается о некоторых хукмах. Некоторых установлениях вот этих вот шариатов, шариата Мусы, шариата Исы, хукмах тех. Есть установления, о которых Аллах говорит, что в Торе было вот так. Есть в Коране сообщение об этом? Есть. В Сунне есть. Рассказ об Юсуфе, алейхиссалам, например. Когда родители, братья сделали суджуд ему, приветственный суджуд, не как поклонение, а суджуд приветствия. Есть указания? Есть. Это их шариат. В их шариате, значит, дозволялось, что в качестве приветствия делать суджуд. В нашем шариате, шариате Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это строго запрещается. Запрещается вообще наклоняться при приветствии. Распространено у многих. Конечно, люди хотят тем самым выразить уважение, но это неправильно, это запрещено. Инхина инда салам, инда таслим. Инхина, то есть наклоняться при саламе. Наклоняются люди, некоторые еще при этом руку к сердцу представляют. Наклоняться запрещено. Хорошо, запрещено в нашем шариате при приветствии кому-либо. Итак, хукмы, которые были в предшествующих писаниях, мы во все эти хукмы верим. Верим. Но следуем. Следуем ли мы этим хукмам? Только в том случае, если они не упразднены шариатом Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не противоречит шариату Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот мы сказали, в шариате Юсуфа, алейхиссалям, можно было что?
Якуба, Юсуфа можно было что? Суджу делать, наклоняться при приветствии. Можем ли мы сегодня сказать, да, вот доказательства есть, пожалуйста, родители и братья поклонились Юсуфу, значит, можно? Нет. Мы не можем следовать этому хукму, потому что он противоречит хукму нашего шариата. Так, верим в эти хукмы, следуем за ними только в том случае, если они не противоречат установлениям шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не являются упраздненными этим шариатом. Дальше. Мы верим, что Коран, последнее писание от Аллаха, субхана ва тааля, что он, Коран, упразднил собой все предшествующие писания. Поэтому Аллах, субхана ва тааля, говорит «Мусаддика лима бейна идей». Он подтверждает то, что перед ним из писаний. Миналь китаб, из писания. «Ва мухаймина налей». И он является мухаймин. Коран мухаймин. «Мы не спасали тебе писания с истиной в подтверждение прежних писаний и для приведения их в соответствие с ним». То есть мухаймин, Коран мухаймин, контролер. То, что соответствует Корану сегодня, да, это правильно, за этим следуем. Нет, все, это упразднено, значит. За этим уже следовать нельзя. Если кто-то сегодня находится и говорит, я буду по Торе поклоняться Аллаху Субхану Тааля, мы говорим, нет, упразднено уже, потому что Коран мухаймин, он эталон. То, что ему соответствует его установлениям, да. То, что нет, все, упразднено. Понятно? «Ва мухайминан алей» – это доказательство. «Ва мухайминан алей» – Аллах назвал мухаймин. Это вера во что? В Писание. Третий столб. Следующий столб – «Аль-Иману бир-Русуль» – вера в посланников. «Русуль» – единственное число «Расуль». Мы верим, внимательно, что посланники являются рабами Аллаха. Рабами Аллаха, которым нельзя поклоняться. Рабами Аллаха, которым нельзя поклоняться. И его посланцами, которых нельзя подозревать во лжи. Вот это вот середина, объединение двух вещей. Мы верим, что они посланцы от Аллаха, которых нельзя подозревать во лжи, и верим в то же время, что они рабы Аллаха, которым нельзя поклоняться. Мы верим, что посланцы – люди. Они являются посланники Аллаха, они являются людьми. Башар. То есть не обладают, значит, никакими божественными качествами, никакими особенностями, присущими Господу. Это очень важно, это следующий пункт. Не обладают никакими особенностями, присущими Богу, Господу. Дальше. Посланники никогда не лгали. Это очень важно. Никогда не лгали. Аллах, субхану ва тааля, отправлял их человечеству, давая им откровение, аль-вахи. Поддерживал их Аллах, субхану ва тааля, знамениями. И некоторые называют их чудесами, да, аль-муджиза. Более правильно говорить знамения, аль-аят. Аль-аят валь-барахин. Аллах поддерживал их знамениями. Посланники, внимательно, все посланники, они выполнили доверенную им миссию. Аддуль-амана это называется. То есть этот амана, это доверенное, они выполнили. Нет такого, который не выполнил амана, эту миссию, доверенную ему. Аддуль-амана. Насаху аль-умма. Они проявили искренность, второе, к общинам. Проявили искренность к общинам. Полностью доброжелательность, искренность, чтобы их спасти. Они донесли истину. Донесли истину до людей. И они показали подлинное усердие, подлинный джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Так что, последнее, то, что мы говорили. Аддуль-амана. Выполнили доверенное. Дальше. Проявили искренность к общинам. Дальше. Передали то, что на них было возложено из истины. Четвертое. Совершали истинный джихад, истинное подлинное усердие на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше. Как во всех предыдущих пунктах. Во втором, в третьем. Мы верим в посланников и пророков в общем, во всех. И верим в частности в имена, описания, сведения о них, в дарованные им знамения, о которых сообщается в Коране. В Коране сообщается об именах некоторых из них, в Коране и Сунне, да, мы верим в это. Дальше, описание их, в Коране и Сунне, верим в это. Дальше, имена, описания, дальше что? Знамения. Знамения, которые Аллах Субхану Тааля даровал им, посланникам, и сведения о них, которые есть. Хорошо? Что Субхану Тааля рассказывает, или Пророк Сусам рассказывает об истории этих посланников? Так, имена,
Дальше. Описание, качество их, потом что? Сведения о них и последнее знамение, которое даровал Аллах Субхану ва Тааля. Мы в это верим, о чем сообщил. Дальше мы верим, что первым из пророков является кто? Адам алейхиссалам. Первый из пророков Адам, а первый из посланников это Нух алейхиссалам, а последний из пророков и посланников это Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Если кто-то заявляет о наличии пророков или посланников после Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, претендует на пророчество, претендует, что он получает откровение с небес, что ему не сходят вести с небес, установление приказы с небес от Аллаха Субхану ва Тааля, претендует на таким, тем самым на то, что он пророк, он является лжецом, и он является неверующим, он является кафиром. Все вероуставы, шариаты предшествующие, упразднены шариатом Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже входит в веру в посланников. И они не одинаковы по своему достоинству, по своему положению. Посланники не одинаковы. Из них выделяются из всех. Во-первых, посланники, они что? Занимают более высокое положение, чем пророки. Каждый посланник является пророком, но не каждый пророк является посланником. Из посланников самое высокое положение занимают улюль-азм. Да? Пять обладателей твердой решимости. Это Нух алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам. Дальше. Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Это вера в посланников. Далее. Это какой столб у нас по счету? Четвертый столб. Следующая вера, лиум ляхир, вера в последний день. Что это значит? Верить в последний день. Вера в последний день. Минимум человек должен верить, что после этой жизни есть истинная жизнь, есть возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля, есть суд, есть расчет, есть рай и ад. Вот это минимум. Чтобы про человека можно было сказать, у него есть тот минимум имана, чтобы он стал мусульманином. Хорошо? Вообще же вера в последний день включает в себя, это очень важно. Многие не знают это определение. Когда спрашивают, что значит вера в последний день, говорят разные вещи. Шейх Ислам Таймия, рахимахуллаху тааля, в Аль-Акида Аль-Васатия, хорошо сказал об этом, он сказал, вера в последний день включает в себя веру во все, о чем сообщил пророк, алейхиссалату вассалам, из тех событий, которые будут после смерти. Во все сообщения пророка, алейхиссалату вассалам, о том, что происходит после смерти. А сюда входит, соответственно, что? Выход души из тела. Встреча души ангелами. Ангелы встречают душу. Подъем души к небу. Открытие для души небесных врат. Или наоборот, недопущение души на небеса, если это скверный дух. Затем возвращение души к телу. Особо, не как в этом мире. Там связь тела и души другая, не как в этом мире. Затем слышание человеком шагов, удаляющихся шагов, звука шагов тех людей, которые похоронили его и уходят от места его захоронения или погребения. Дальше он остался в могиле. Допрос ангелов. Ангелы приходят и спрашивают его о чем? О трех основах. О трех основах Саразату Русуль, которые мы с вами сейчас изучаем. Дальше вера в испытание. Таким образом, да, это фитна туркабр. Допрос ангелов это фитна туркабр. Испытание могилы. Дальше вера в мучение могилы или наоборот в блаженство могилы. Вера в дуновение в рог. Дуновение Исрафиля в рог. Дальше. Восстание людей из могил. Воскрешение людей из мертвых. Аль-Баас. В которое не верят многие. Аль-Язу Биля, пусть спасет Аллах Субхану Тааля. Дальше. Воздаяние Аль-Хисаб. Весы Аль-Мизан, судный день. Свитки Ас-Сухуф, которые будут раздаваться с записями дела людей. То, что было зафиксировано все из того, что он сделал в течение своей жизни. Мост Сират, который будет проложен от хребтом Ада. Джанна, Джаханнам, вера в рай, вера в ад, шафа'а, заступничество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. За кого? За верующих, за единобожников. Аль-Хауд, водоем, водоем пророка, алейхиссалату вассалям, и других пророков. Ру'ятуль му'минин ли раббихим, лицезрение верующими их Господа в судный день, на площадях судного дня и в раю. И это самое высокое из наслаждений, которые могут быть даны человеку. Самое высокое из блаженств, пусть Аллах Субхану ва Тааля позволит нам узреть его лик. Это вера в последний день.
говоря кратко, вера во все, о чем сообщается в Коране и Сунне, из тех событий, что последуют после смерти человека. Следующая вера. Вера в предопределение. Аль-Иману биль-Кадари хайри ва шарри. Вера в предопределенность и хорошего, и плохого. Вера в предопределение включает в себя веру в четыре вещи. Когда человек знает веру эту, что значит вера в предопределение? Что это вера в четыре вещи, тогда ему все становится, или многое становится ясно. И не возникает многие вопросы. Что такое предопределение? Это значит, ты веришь в четыре вещи. Знание, аль-Ильм, запись, аль-Китаба, аль-Машиа, воля или желание Аллаха Субханава Та'аля, всеобъемлющее, всеохватное, и аль-Халк, сотворение всего Аллахом Субханава Та'аля. Вот это и есть предопределение. Это и есть предопределение. Кто это знает, тому легко дальше уже разбираться. Итак, первое из чего состоит предопределение. Это называется маратибуль кадари арба. То есть четыре категории, четыре уровня предопределения. Четыре ступени предопределения. Первое это что? Знание. Если ты веришь в предопределение, значит, во-первых, ты должен верить в знание Аллаха Субхана ва Тааля. Что Аллах Субхана ва Тааля знал и знает и будет знать обо всем. Обо всем. В общем и в подробностях. В общем и в подробностях мельчайших. Ничто не может укрыться от знания Аллаха Субхана ва Тааля. Его знание охватывает собой все, что было. Все, что есть. Все, что будет. Все, чего не было. А если бы оно было, то каким было? То, что было, то, что есть, то, что будет, то, чего не было. А если бы было, то каким было? Ничто не может укрыться от его знания ни на небесах, ни на земле. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, посмотрите, про неверующих. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валяу тара из вукифу аля нар». Если бы ты видел, когда их остановят перед адским огнем, перед тем, как вернут их в пылающую, клокочущую гиену, قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. Они станут говорить: о, если бы нас вернули, и мы бы тогда не считали ложью знамения нашего Господа. ونكون من المؤمنين. Мы бы тогда были из верующих. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. Но открылось им то, что скрывали они до этого. Далее Аллах говорит: «Валяу рудду ля'аду лиманнуху анху ва иннум лаказибун». А если бы их вернули бы обратно, то есть обратно на землю, давайте, показывайте, какие вы покорные Аллаху Субхану ва Тааля. «Валяу рудду», если бы их вернули, «ля'аду лиманнуху анху», они бы возвратились к совершению того, что было им запрещено. Все равно бы делали то, что им запрещено. Было. «Ваинном лаказибун». И поистине они настоящие лжецы. Какой вывод мы отсюда делаем? Мы говорили с вами, Аллах знает то, что было, то, что есть, то, что будет. То, чего не было. Не было. Эти люди не уверовали. А если бы их вернули на землю. Да, они их не вернут, но если бы вернули, то что бы они делали? Хорошо. И другие также доводы, указывающие на всеохватность знания Аллаха Субхана ва Тааля. Соответственно, Аллах Субхана ва Тааля изначально знал, кто что будет делать из его рабов, кто будет совершать угодное Аллаху деяние, кто будет муахидом, и наоборот, кто будет ослушиваться его, кто будет мушрикам, кто будет неверующим. Знание не подразумевает принуждение. Верно? Знание не подразумевает принуждение. Чтобы было понятно, знание не подразумевает принуждение. Простейший пример, Аллаху Субхану Тааля высшее описание. Это просто пример для приближения к рассудку, понимания этого. Если у учителя есть ученики, он учит их длительное время, они ему отвечают, сдают какие-то там зачеты и так далее. Потом наступает экзамен, главный экзамен. И учитель говорит: я знаю, вот что вот этот сдаст на двойку, этот сдаст на пятерку, этот сдаст на четверку. Он принудил. Действительно, приходит экзамен, наступает экзамен, приемная комиссия, экзаменационная комиссия ставит этому 5, этому 4. Что он принудил этого человека к этим оценкам, к этим результатам, к этим действиям? Нет, этого ученика не принудил. Хорошо. Аллах Субхану Тааля знает, кто из нас будет совершать деяния ада, кто будет совершать деяния рая, но Аллах Субхану Тааля не принуждает к этому. Вторая категория предопределения, второй уровень предопределения, в которую нужно верить, без этого невозможно. Запись. Итак, Аллах все знал заранее.
Раз. Теперь запись. Аллах Субхану ва Тааля записал судьбы всех творений фи лохиль махфуз, в хранимой скрижали, в небесной книге. Судьбу каждой вещи до судного дня. Аллах Субхану ва Тааля создал аль-калам, письменную трость. И как только ее создал, сразу приказал ей записать судьбы всех вещей до судного дня. В лохуль махфуз, стало быть, в хранимой скрижали записано то, что будет до судного дня, а не потом. Хорошо? Запись. Все записано. То есть все, что мы с вами делаем, записано. Записано, смотря, знал и записал то, что знал. Хорошо? Это принуждение? Нет, это не принуждение. Дальше. Третье, если ты говоришь, я верю в предопределение, третья категория предопределения, в которую должен верить, это воля, желание Аллах Субхану Тааля. Машиатуллахи нафиза. То есть желание Аллах Субхану Тааля, не имеющее преград. Ничто не может явиться преградой для желания Аллах Субхану Тааля. Это значит, ты веришь. Маша Аллаху кану малям яша лям якун. Это правило. Маша Аллаху кан ва малям яша лям якун. Желаемое Аллах происходит непременно, а то, чего он не желает, тому не быть. Желаемое Аллахом происходит, то, чего не желает, тому не быть. При этом мы верим, что у человека есть своя воля, есть свое желание, что у человека есть свобода выбора. Человек не принуждается к своим деяниям, но его воля, она находится под волей Аллаха Субхану ва Тааля. Иначе говоря, если человек, у него есть своя воля, да, выбор есть. Человек захотел что-то, изъявил волю на что-то, но осуществиться это может лишь в том случае, если это пожелает Аллах Субхану ва Тааля. Воля человека находится под волей Аллаха Субхану ва Тааля. У человека есть свобода выбора, воля, но осуществляется она лишь в том случае, когда дает на это дозволение Аллах Субхану ва Тааля. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Запомним этот довод из суры Такуир, 29 аят. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь всех миров. وَمَا تَشَاءُونَ. Но не пожелаете вы, если. На что это указывает, что у человека есть воля, машия, желание, у него есть. Илля яша Аллах, если не пожелает Аллах, но его воля, она что? Будет тогда только действовать, если на то есть дозволение. Воля Аллах Субхану ва Тааля, который является Господом всех миров. Это значит, что деяния, которые совершает человек, тоже входят сюда, да? По воле Аллах Субхану ва Тааля, но без принуждения Аллах Субхану ва Тааля. Да, человек совершает намаз. Он по своему выбору совершает намаз, или Аллах принудил его к этому? По своему выбору. Правильно? У него есть свобода выбора. Но если Аллах Субхану ва Тааля не захочет, то не даст ему совершить намаз. Верно? Что-то случится, мы не знаем. Не даст Аллах Субхану ва Тааля совершить ему намаз. Воля его под волей Аллах Субхану ва Тааля, хотя у него есть что свобода выбора. Аллах Субхану ва Тааля никого не притесняет. Чтобы принудить к чему-то, а потом за это наградить или наказать. Хорошо? Человек совершает грех. Принудил его Аллах к этому греху? Нет, не принудил к этому греху. Он совершает его по своей воле. У него есть свобода выбора. Верно? Но его воля находится под волей Аллаха Субхану ва Тааля. Иначе говоря, он сможет сделать то, что он замыслил, на что у него есть воля, только если на то будет дозволение Аллаха Субхану ва Тааля в мироздании. Да? То есть дозволение какое? Воля его в бытии, чтобы это произошло. Но человек непринужденный отвечает сам за свое деяние. Аллах Субхану ва Тааля к этому не принудил. Аллах Субхану ва Тааля, он не совершает зулюм, не совершает несправедливости, чтобы принудить человека к греху, потом наказать его за это. Нет. Аллах Субхану ва Тааля причист, далек от этого. Это вера предопределения, да. Какой этап, какая категория, какая ступень? Третья. Воля. Составляющая веры предопределения – воля. Так Аллах Субхану ва Тааля все знал изначально, кто что будет делать. Аллах записал это где? В хранимой скрижали, в лохуль махфуз. Пришло время. Аллах дал волю на это, чтобы это было, чтобы это произошло. Теперь четвертое. Вера в сотворение. Сотворение – это четвертая ступень, четвертая категория веры предопределения. Вера в сотворение, что все, что не есть на небесах и на земле, любые вещи, любые сущности с их качествами, с их движениями, и любые движения, все это создается только Аллахом Субхану ва Тааля. Нет Творца помимо Аллаха Субхану ва Тааля.
Все создано Всевышним. Это убеждение Аль-Сунна валь-Джамаа. Все создано Всевышним. Доказательство. Аллаху халику кулли шей. Аллах создатель всех вещей. А деяния людей, а действия людей созданы Аллахом Субхану ва Тааля или нет? Да. И действия людей созданы Аллахом Субхану ва Тааля. Это убеждение Аль-Сунна валь-Джамаа. Кадариты, заблудшие кадариты, они говорят, да, все сотворено, но действия людей не сотворены. Люди сами творят свои деяния. Мы же говорим, человек совершает деяния сам. Это действие его, по его выбору. Если спросишь, кто сделал это, он сделал, человек сделал. Но сотворил кто? Аллах, Субхану ва Тааля. Сам человек сотворен. И деяния его тоже стало быть сотворены. Потому что деяние это плод чего? Плод воли, то есть желание сделать, и чего? Силы, способности. Может, ты хочешь, но сил нет. Когда есть сила, есть желание, воля, то тогда получается деяние. Человек сам создан, воля его создана, силы его, способности созданы, соответственно, и деяние его тоже что? Создано. У созданного деяния созданы. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлаху халакакум ва ма таамалун». Это довод из суры Саффат, который нужно запомнить. «Валлаху халакакум ва ма таамалун». Аллах создал вас и то, что вы делаете. Сура Саффат, 96 аят. «Валлаху халакакум ва ма таамалун». Аллах сотворил вас, создал вас и то, что вы делаете. Аллах сотворил, но это не значит, что Аллах принудил. Так, вера в предопределение включает в себя четыре категории. Или четыре ступени. Четыре ступени. Мы говорим «Ильм китабату мавляна машиату халькуху». Знание, запись, воля нашего Господа. И что? Сотворение им всего. Это что касается шести столпов имана. Далее автор, рахималлаху тааля, говорит «Аль-мартабату ссалисату аль-ихсан». ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه. Ступень третья – Ихсан. Ихсан, в отличие от ислама и имана, имеет один столб. Он заключается в том, что ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь его. А если ты не видишь его, то поистине он видит тебя. На это указывает высказывание Всевышнего. Поистине, Аллах с теми, которые богобоязнены и творят благие дела с ихсаном. Всевышний также сказал: «Уповай на могущественного, милостивого, который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам и совершаешь движения среди падающих ниц. Воистину, он слышащий и знающий». Всевышний также сказал: «Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала». Так, ступень ислама третья. После ислама и имана это аль-ихсан. Аль-ихсан – благодеяние, то есть делать что-то наилучшим образом. Аль-ихсан, в отличие от имана и от ислама, ихсан имеет только один столб, один рукн. Один рукан. Какой рукан? Пророк Саусалим объясняет. Поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Если ты не видишь его, то он видит тебя. Значит, один столб имеет ихсан. Один столб, но этот столб имеет две ступени. Два уровня. Оба этих уровня, они высокие. Оба эти уровня похвальные, достойные. Но первый выше второго. Первый уровень, высшая ступень ихсана. Высшая ступень ихсана. Что это? Это поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его. Так, как будто ты видишь его. То есть это поклонение такое, которое оно называется ибадату мушахада, то есть поклонение видения.
поклонение видения, айбадатур мушахада, пусть Аллах Субхану сделает нас из тех, кто поклоняется Ему, таким поклонением. Оно основано на любви, оно основано на стремлении к Аллаху Субхану ва Тааля. Оно основано на томлении человека по тому, что есть у Аллаха Субхану ва Тааля, что уготовано у Аллаха Субхану ва Тааля. Любовь, устремление к Аллаху, томление, потому что уготовано у Аллаха Субхану ва Тааля. Как будто ты видишь Аллах Субхану ва Тааля, в то, что ты веришь, оно для тебя очевиднее того, что ты видишь своими глазами. Очевиднее для твоего сердца того, что ты видишь своими глазами. Вот такое поклонение было у кого? У пророков и посланников. Означает ли это, что верующие, которые не пророки, не посланники, что они не могут достичь этого уровня? Конечно, уровня пророков и посланников они не достигнут, но этого вида поклонения, ибадатуль мушахада, может верующий достичь. Пусть Аллах нам поможет в этом. Это первая ступень. А вторая ступень ниже, но тоже достойная. То и первой ступени немногие могут достичь. Эта вторая ступень достигает ее больше людей. В чем она заключается? Поклонение Аллаху. Какое? С ощущением его наблюдения. То есть это поклонение основано на чем? Оно основано на страхе перед Аллахом Субхану ва Тааля. Оно основано на желании убежать от его наказания. Избежать его кары. Поэтому называется это твит айбадатуль мураакаба. Айбадатуль мураакаба, то есть айбада, основанная на ощущении контроля Аллаха. На осознании того, что он наблюдает за тобой. И это на самом деле минимальный уровень. Это минимальный уровень, который должен присутствовать у любого мусульманина. Вообще посмотрите, что получается. Мы говорим, что дин, религия имеет три ступени. Ислам, иман и ихсан. Иман выше, чем ислам, а ихсан выше, чем иман. Верно? Но это не означает, что предшествующий уровень не имеет что-то... Предшествующий уровень, хорошо, не имеет что-то от последующего уровня. И что последующий уровень не включает предшествующий. Каждый, кто достиг степени ихсана, обязательно должен иметь что? Две предыдущие. Ислам и ихсан. Ислам, то есть эти внешние действия с пятью столпами ислама. И должен иметь что? Иман прочный в сердце. Он должен быть муслим и му'мин. Каждый, кто является мухсин, то есть достиг ихсана. Му'мин, то есть у кого есть вторая степень, у него обязательно должна быть что? Она включает первую степень. И ислам. Верно? Теперь наоборот. Уровень, который предшествует, в нем что-то есть от последующего. Мы говорили, уровень ислам. Уровень ислам, то есть человек является мусульманином. Он вышел из рамок куфра и вошел в границы ислама, стал муслим. Да? У него есть вот эти вот пять столпов. Пять столпов. Четыре. Первый это шахада, потом что? Намаз, закат, пост. Потом что? Пост Рамадан. Потом что? Хадж. Первый шахада, свидетельство. В него входит и что? Что у него должен быть минимум чего? Необходимый минимум имана. Вера в шести столпов. Но что? Минимум. И у него же должен быть, что и ихсан тоже. Но минимум ихсана. Какой? У него должен быть таухид, ихляс. Ради Аллаха Субхану Тааля совершать деяния в соответствии с сунной пророка алейхиссалату вассалям. То есть благодеяние, да? Благое совершение деяния. Это минимум. Ихляс и что? Страх. Ихляс, искренность и мутаба. Следование за пророком алейхиссалату вассалям деяния. Да? И должен быть у него, конечно, минимум что? Всех деяний, сердца какие там, любовь. И должно быть что? Минимум чего? Страха. Если у человека нет любви к Аллаху Субхану Тааля вообще, и нет у него никакого страха перед Аллахом, он не может быть и муслимом тоже. Понятно, да? То есть минимум должен присутствовать. Последующая ступень – иман. Когда он уже достиг степени имана, у него что? Ихсан, конечно, тоже присутствует. А ихсан уже, у него есть и ислам, и иман, и он еще поклоняется Аллаху так, как будто видит его. Или ниже ступень, да, но тоже достойная, что это великое ощущение контроля со стороны Аллаха Субхану ва Тааля. Да, у всех есть страх, но это страх особый, который заставляет человека бежать от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? И автор потом приводит доводы. Приводит доводы, как он приводил доводы на что? На ислам приводил доводы? Приводил. На иман приводил доводы?
приводил аят из Корана, приводит доводы на ихсан также. Посмотрите, он приводит: «Инна Аллаха маа аллазина таккау ва аллазина хум мухсинун». Поистине Аллах с теми, которые богобоязненные, которые мухсинун, то есть у которых есть ихсан, которые совершают деяния с ихсаном. «Инна Аллаха маа аллазина таккау». Поистине Аллах с теми, которые богобоязненные. «С». Как по-арабски «с»? «С» кем-то. «С». «Маа». «Маа». Понятно? «Маа». Предлог русский. «С». По-арабски «маа». Отсюда атрибут Аллаха «маия». «Маия». Что Аллах, Он с творениями. Он сопутствует творениям. Мы говорим «сопутствие» или «маия». Это атрибут Аллаха Субхану ва Тааля. Мы верим в этот атрибут в его буквальном смысле. Не в переносном смысле, а в буквальном смысле. Аллах Субхану ва Тааля со своими творениями, но его сопутствие соответствует его величию. Оно неподобно сопутствует творению, как творения сопутствуют друг другу, находятся друг с другом. Хорошо? Соответствует его, Субхану ва Тааля, величию, величию Творца. И обязательно нужно избегать каких-то неправильных представлений по этому вопросу. Каких представлений? Что раз Аллах с творениями, что значит Аллах находится в непосредственном контакте с творениями. Алиязу билля. Да упасет Аллах от таких убеждений. Это заблуждение, неправильное представление совершенно. Или что Аллах Субхану Тааля, раз Он с творениями, значит Он воплощен в сотворенном мире. Алиязу билля. Да упасет Аллах Субхану Тааля. Или что Аллах Субхану Тааля, Он смешан как-то с творениями в местах их нахождения. Алиязу билля. Да упасет Аллах Субхану Тааля. Аллах с творениями. Но сопутствие не означает нахождение, что? В непосредственном контакте или смешение. Аллах Субхану Тааля сам сущностью своей в абсолютной возвышенности над сотворенным миром, над небесами, над аршем. Хорошо? Но при этом, что Он сам над небесами, над аршем, Он с творениями. Он с творениями. Чтобы было понятно, что сам Тимия приводит пример для понимания. Аллах Субхану Тааля наивысшее описание. Это, чтобы просто было понятно. Творение, которое для нас великое, но для Аллаха Субхану Тааля ничтожное. Месяц, луна, ближайшее небесное светило, да, в общем-то, к Земле. Человек идет и говорит: мы шли, а месяц шел с нами. А месяц с нами, да? В буквальном смысле, да, месяц с нами. Вот мы видим его, вот свет его изливается. Месяц с нами. Но означает ли это контакт непосредственный с месяцем? Что мы вот его трогаем, он среди нас, или он вот здесь растворен в воздухе? Нет. То есть даже месяц, который творение Аллаха Субхану Тааля, ничтожное для Аллаха Субхану Тааля, оно может находиться в возвышенности, при этом быть что? С нами. Сопутствием при этом обладать. Понятно? Аллах Субхану Тааля, ему наивысшее описание. Аллах Субхану над небесами, но при этом он с творениями. И это, что вытекает из этого? С творениями, значит, Аллах Субхану Тааля все знает про нас. Абсолютно все. Он нас видит, он нас слышит. Все, что мы не говорим, все, что мы не делаем, он видит, Субхану Тааля. Хорошо? Охватывает нас своим могуществом, охватывает нас своим господством, своей властью. Аллах с нами, со всеми людьми. Поэтому, когда в Коране или в Сунне сказано «Аллах с кем-то», внимательно, вот это сопутствие Аллаха бывает двух видов. Сопутствие общее для всех людей, для всех творений вообще. Сопутствие особое для особых. Из общего сопутствия что вытекает? Что Аллах Субхану охватывает все своим знанием, своим видением, да, своим могуществом. Особое сопутствие, оно подразумевает, что из него что вытекает? Что Аллах Субхану Тааля дает поддержку особую. Хорошо? Вот здесь в аяте. «Инна Аллаха маа аллазина таккау ва аллазина хум мухсинун». Поясни Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые благодеющие, то есть у которых есть ихсан. Это какое сопутствие? Для всех людей? Подразумевающее знание, видение, слух Аллаха Субхану Тааля? Нет. Это особое, которое подразумевает что? Поддержку. Да? Подразумевает поддержку. Аллах с верующими, с богобоязненными, с благодеющими, и Аллах дает им свою особую поддержку. Поэтому общее есть маия, сопутствие, которое охватывает все творения, бывает, которое в отношении определенных личностей, как Аллах Субхану Тааля сказал Мусе и Гаруну: не бойтесь, я с вами слышу и вижу. Я с вами, то есть своей поддержкой, да, с вами. Или пророк алейхиссаляту вассалям сказал Абу Бакру в пещере: не бойся, инна Аллаха маана, не бойся, Аллах с нами. Аллах с нами.
это особое сопутствие. Иначе говоря, так любой человек может сказать, и любой и неверный может сказать, Аллах с нами. В том смысле, что Аллах Субхана видит, слышит, да? Что из этого вытекает? Здесь речь шла о чем? Не об этом. Речь шла об особом сопутствии, из которого вытекает что? Поддержка, да, и защита от Аллаха Субхану Таля и помощь. Так Аля Суна Ваджама подтверждает отношение Аллаха Субхану Таля, это атрибут, маия, сопутствие, все, что из него следует, в отличие от людей заблуждения. Поистине Аллах с богобоязнен. Богобоязнен это кто мы говорили? Это те, которые сделали преграду между собой и между наказанием Аллаха Субхану Таля. Посредством чего? Совершение того, что приказал Аллах, оставлением того, что он запретил, на основе знания, а не на основе невежества. Следующий аят, который привел автор в качестве доказательства. «Уповай на могущественного милостивого, который видит тебя, когда ты выстаиваешь намазы по ночам, совершаешь движения среди падающих ниц во время намаза джамаат, коллективного намаза, воистину он слышащий и знающий». Упование таваккуль, мы говорили с вами, что такое таваккуль раньше. Это человек, когда подлинно полагается на Аллаха, доверяя ему, и при этом предпринимая дозволенные шариатом меры. Вот это таваккуль. Что? Человек полагается целиком на Аллаха, веря ему, доверяя ему, при этом выполняя действия шариата, действия, дозволенные шариатом. Понятно? И виды упования, мы с вами говорили, сколько их? Три. Три вида упования. Первое, что это такое? Обязательное для каждого из нас упование. Это когда ты... В чем оно состоит? Что ты полностью, абсолютно опираешься на Аллаха Субхана ва Тааля. Ты припоручаешь Ему все абсолютно свои дела, и ты убежден, что только в руках Аллаха Субхана ва Тааля владение для нас пользой или отведение от нас вреда. Вот этот вид, вот это упование, этот вид его может быть посвящен только кому? Аллаху. Это айбада. Если человек посвящает это упование не Аллаху, то это большой ширк. Это выход человека из религии. Что это? Что это? В чем заключается? Ты полностью полагаешься, опираешься абсолютно на Аллаха Субхану Тааля, будучи убежденным, что все только в его руках и вред и пользу, припоручаешь ему все свои дела. Посвящение такого упования не Аллаху, это большой ширк. Второй вид, который является малым ширком. Малый ширк. Что это значит? Это когда человек... надеется, полагается на кого-то из живых, внимательно, из живых. Если уповать на мертвых, это уже большая проблема. Полагается на кого-то из живых в каких-то своих делах, но не просто он даже надеется, у него есть такая доля внутри, доля ощущения зависимости от этого человека, что он зависим от него. Хорошо? Что он привязывается сердцем к нему, привязывает свои надежды к этому человеку в сердце. Он осознает свою нужду в этом человеке, свою низость перед этим человеком. То есть человек воспринимает в данном случае вот это творение больше несколько, чем просто причина. Чем просто причина для получения чего-то. Несколько больше. Есть в сердце у него вот такое, на него полагается, хорошо. Ощущает зависимость, нужду в этом человеке. Вот это вот малый щек. Малый ущерб. Да, ты рассчитываешь в своих планах на кого-то, что-то кому-то поручаешь, да, но ты сердцем вообще к этому человеку не привязывайся, не полагайся на него и не жди от него, жди от Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что от человека этого не зависит ничего, он причина, он всего лишь причина. Пример мы говорили с вами, когда человек полагается, например, на правителя, на кого-то, на министра, какого-то богатого человека, в вопросе получения каких-то материальных средств, там, какого-то положения. Он опирается, испытывает нужду, да, осознает свою эту нужду, потребность в этом. К сожалению, сегодня мусульмане, когда постигают их беды, мы говорили с вами, что кричат мусульмане? Где правители такой-то страны? Где там? То есть человека в сердце присутствует эта вот привязанность к творению, что он надеется на него, осознавая свою нужду в этом. Это малый щерк на самом деле. То есть привязывая сердце только к Аллаху. И третий вид – это дозволенный. Таваккуль в отношении творения. На самом деле это не таваккуль даже, это нельзя назвать упованием, а это называется как? Таукиль. Таукиль, что это значит? Уполномочивание. Кого ты уполномочиваешь, какие-то свои дела
сделать. Хорошо, как пророк алейхиссалату вассалям уполномочивал людей в каких-то своих общих, умных делах или в личных каких-то делах. То есть, например, уполномочиваешь такого-то продать за тебя дом там или еще что-то. Это называется таукиль. Но ты не имеешь права здесь говорить таваккальту али, я уповаю на него. Хорошо? Говоришь ваккальту, я поручил ему. Понятно? Хорошо. Так, уповай. Аллах Субхану Таля говорит, уповай таваккуль на могущественного, милостивого, аль-азиз. Аль-Азиз, Ар-Рахим, Аль-Азиз, Ар-Рахим, два имени Аллаха Субхану Тааля. Имя Аллаха Аль-Азиз означает, что у Аллаха есть Изза, могущество, величие. Изза, могущество, величие. Что подразумевает это имя Аль-Азиз? Изза Аль-Кадр, Изза Аль-Кахар, Изза Аль-Галаба, Изза Аль-Имтина. Хорошо? Изза аль-кадр, величие положения Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, его положение велико. Изза туль-кахр, величие покорения. Аллах Субхану ва Тааля, ничто не может сопротивляться ему. Все покоряет Аллах Субхану ва Тааля. Кахр это называется. Аль-Азиз указывает на то, что Аллах все покоряет. Изза туль-кахр. Дальше. Изза туль-галаба, величие победы, победоносность. И изза аль-имтина. То есть величие недоступности. Аллах Субхану ва Тааля велик и недоступен для того, чтобы кто-то мог ему какой-то вред причинить. Какой-то ущерб ему нанести. Хорошо? Это Иззату Лимтина. Так, вот эти вот вещи. Когда говорим Аль-Азиз, что означает? Что Аллах велик, могуществен по своему положению. Дальше. Почему? Что Он побеждает. Что Он, что покоряется Ему все. И что? Недоступен, Субхану Тааля, для того, чтобы кто-то причинил ему какой-то вред. Потом следующий довод приводит автор. Какой бы поступок ты не совершал, что бы ты ни читал из Корана, что бы вы ни совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала, говорит Аллах Субхану Тааля. Это доказательство на ихсан, он на какую его ступень? На вторую ступень, айбада аль-муракаба, да, то есть айбада с ощущением контроля Аллаха Субхану Тааля. Автор привел вот эти вот слова из Корана на ихсан. А затем автор приводит доводы из сунны, довод один, из сунны на все три ступени религии. На ислам, на иман и на ихсан. И этим доводом является, который привел автор, хадис, который называется хадисом Джибриля, который передан от Умар ибн Хаттаба, ради Аллаху Тааля ан, довод, который заключает в себе указания и на ислам, и на иман, и на ихсан, на все три уровня религии. Иншаллаху тааля, мы разберем, поговорим об этом доводе на следующем занятии. Ва саллаллаху саллям аля набийна Мухаммад, ва аля алии ва сахбии аджмаин. Альхамдулиллахи раббиль алямин.